не знаю, какая у вас мечта. Меня не волнует, сколько разочарований вы пережили, пока шли к ней. Но мечта, которая заставляет вас рано просыпаться и действовать, скоро станет реальностью. Многие из вас уже знают, что вначале очень трудно. Не будет легко. Жизнь менять всегда тяжело. В процессе работы над своей мечтой вам придется столкнуться со множеством разочарований. Будет много неудач и очень много боли. Будут моменты, когда вы будете сомневаться в себе. Вы скажете: «Господи, почему? Почему это происходит именно со мной? Я же просто стараюсь заботиться о своих детях, о своей маме. Я не пытаюсь никому навредить или ограбить кого-то. Почему это случилось со мной?» Но как бы тяжело вам ни было, никогда не предавайте свою мечту. Да, сложные времена приходят, но они не приходят, чтобы остаться. Они приходят, чтобы уйти. Величие — это не какая-то магическая, иллюзорная или божественная вещь, которую только избранные попробуют на вкус. Это то, что действительно существует в каждом из нас. Для вас очень важно поверить, что вы тот самый. Большинство людей заводят семьи, устраиваются на работу, а затем они умирают. Они перестают расти, они перестают работать над собой. Они не расширяют кругозор, они перестают развиваться. Много людей любят жаловаться, но они не хотят что-либо менять в своей жизни. Большинство людей не работают над своей мечтой. Почему? Во-первых, из-за страха неудачи. А что, если не получится? Во-вторых, из-за страха успеха. А что, если получится, и я не смогу с этим справиться? Они не хотят брать на себя ответственность. Вы столько времени потратили на пустых людей, пытаясь понравиться тем, кому на вас все равно. Вы знаете о других больше, чем вы знаете о себе. Вы просто смотрите на них и мечтаете жить, как они, хотите быть, как они. Просто задумайтесь. Вы потратили так много времени на них, что даже не знаете, кто есть вы на самом деле. Я призываю вас тратить время на самих себя. Необходимо выгнать всех неудачников из вашей жизни, если хотите жить жизнью своей мечты. Люди, которые следуют за своей мечтой, имеют особый вид мышления. Когда вы становитесь тем самым человеком, вы начинаете инвестировать в себя. Вы начинаете ощущать силу и уникальность. До тех пор, пока вы будете наблюдателем и будете подражать другим людям, вы всегда будете оставаться второсортным для других. Но вы можете стать первосортным для самого себя. И я призываю вас определиться со своим местом. Не все увидят это, не все присоединятся к вам, не все будут понимать ваши намерения. Необходимо просто знать это и продолжать следовать своим принципам. Необходимо окружать себя людьми, которые голодны, людьми, у которых горят глаза, людьми, которых не остановить на пути к своей мечте, людьми, которые отказываются жить обыкновенной жизнью и хотят большего. Такие люди — это сообщество победителей. Вот с кем вам надо быть. Люди, которые живут своей мечтой, это люди, которые понимают, что все, что происходит с ними в жизни, зависит только от них. Если вы хотите быть успешным, иметь то, что раньше никогда не имели, и наслаждаться жизнью, я прошу вас, инвестируйте в себя. Если на вас влияет чужое мнение, вы будете жертвой. Вы победитель. Вот ваша реальность. И даже если вы сталкиваетесь с разочарованиями, на подсознании вы должны знать: «Я могу это сделать, даже если никто не верит в меня. Я буду верить в себя. Это то, во что я буду верить всегда, и я готов умереть за это. Неважно, какие препятствия будут на моем пути, я собираюсь сделать это, и точка». Некоторые из вас уже прямо сейчас хотят перепрыгнуть на следующий уровень. Я хочу быть независимым, я хочу много зарабатывать, я хочу путешествовать, но так не бывает. Вы не перейдете на новый уровень, пока не начнете ежедневно работать над своей мечтой, пока не начнете инвестировать в себя. Я призываю вас читать книги, я призываю вас ходить на конференции, я призываю вас большую часть времени инвестировать в себя. Ежедневно тратьте по одному часу на то, чтобы узнать себя. И когда вы создадите себя, когда вы станете собой и не будете зависеть от других, когда вы станете личностью, вы начнете отделять себя от других людей, вы перестанете реагировать на их провокации, вам будет наплевать, что кто-то вас недолюбливает или вы кому-то не нравитесь. Почему? Потому что вы не обязаны никому ничего доказывать. Ваши поступки не обязаны соответствовать ожиданиям окружающих. Живите так, как хотите вы.
Так что я еще раз вас призываю, инвестируйте в себя. Если ваша мечта уже совсем близко и в последний момент она ускользает от вас, просто продолжайте двигаться вперед и никогда не останавливайтесь. Вы можете заставить ваших родителей гордиться вами. Вы можете стать одним на миллион, и жизнь уже никогда не будет прежней, потому что вы выбрали собственный путь. Не позволяйте никому украсть вашу мечту. Чем больше людей вас не поддерживают, тем сильнее вы становитесь. Чем больше людей вас подводят, тем больше вы рассчитываете на себя. И пускай в вас никто не верит, вы падаете снова и снова, свет в конце тоннеля меркнет. Но главное, что вы по-прежнему на пути к своей мечте. Смотрите на нее каждый день и говорите себе: «Игра не окончена, пока я не победил». Каждый может жить жизнью своей мечты.